Ну вот, что, собственно, у нас получилось. Бубен немножко маловат оказался. Шкура маловато. Ну, надо палочку еще выточить. Но, чем интересно, рама хорошая, деревянная. И бывают стулья, ну, более скругленной формы. Из них бывают вообще круглые стулья. Недавно видел, но не получилось забрать. Так был бы вообще идеальный бубен. Ну и посильнее надо натягивать. Тут вот видите, нитки довольно. Так вот, можно сделать бубен в домашних условиях. Всего доброго.